Да, просто трэш, если бы лайтовый был, то ладно, хер с ним. А тут попотеть приходится. По идее, можем подниматься уже. Сейчас проверим. Да, 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 уже можно. Все. Ох, блядь. Ну только аккуратно тут по левой. И еще сзади вот не согрите вот этих. Моба добьем, может? А, да, ну добейте там. Короче, этот Бурекс грипаешь, и сюда можешь лужу прям в угол разливать, прям вот сюда вот, прям в угол. Я, может, отвернуть. Никто не бьет. Блять, конечно, вот этих задние, они могут сейчас сагриться. Идет. Вот сагрилась, дура. Может, чуть сзади еще здесь почистить, чтобы не сагрить, а то толпа соберется. В один хуй сюда идти, чистить все равно надо. Да. Еще банда пришла. Ой-ой-ой. Так, ебать. Ух ты. Фрик, ебать, давай чистить трэш. Кончил, что ли? Если бы, брат. В магазин ходил? Не, там отец попросил помочь. Куда, на Мороза идем или на Деус сначала? На Мороза. Все, можешь по чуть-чуть и грипать тут. Сразу говорю, если видите стулья, не садитесь. Вы провалитесь, нахуй, и... Это древний баг, который до сих пор работает тут. Вы провалитесь и не умрете, нахуй. Ну, у нас, в принципе, есть лок, но не рисковать. Да, чинили вроде это уже. Не-не, он до сих пор работает. А когда ты проверял? На X3. Да, ну не знаю, мы вот проверяли на X2, не работало. Типа... Ой, на X2, на X4. Типа всю жизнь, блядь, мне кажется, это будет работать. Не, я говорю о том, что мы вот проверяли, ну, когда, в четверг, не работало. А, ну там вроде пьяным точно делать, да? Точно. Блядь, я не бал, тут вот наш больше... Трэш душнее, чем боссы, нахуй. Как странно сейчас Мороза бить без этих, без танцев. Самая охрененная механика, которая мне больше всего нравилась. Танцами-то? Да, ну, геровский режим. Да, здесь уже заходим, прям здесь пьем. Это что, не так много трэш. 6 лямов нормально. По сравнению с Анобом хуйня. Походу только молча может дать конкуренцию. Ух ты, больно. Ой, эти дуры полухают, блять. Ну, а Нуба 12 миллионов хп, ну, типа, всегда так было, по-моему. А сколько у Мау? Ой, блять, как эти согрелись, ёбаный в рот. Так, тут, блять, ШВ придется. Красивый телепорт, мне понравился. Тут вайп, бля. Ни хера себе. Идите. А, он же здесь, это ж конченый, блядь. Эш, он не отагривается. Можете вайпаться. Так они уже далеко были. Так видишь, что у них агро кончено. За километр можно загреться. Все, давайте чуть-чуть бафов дали и едем. Здесь прям вообще по чуть-чуть, здесь прям нахуй. Вот это самый ближний левый, который неправда. Хотя я не знаю, где лучше. Сейчас пусть отхилится, там ману зарегенит. Нахер я вообще стрим включил, если никто не... Во, гудлик, мудак. Гудлик сказал, Полюшка, включи стрим, пожалуйста. Нахуй я включал.
Кстати, вот на танка вообще ебейшая триня. Че, все готовы? Все, можешь пулять. Правую руку отсюда. Только прям аккуратно, тут, видишь, они это, агрессы нахуй на все подряд. Во, все. Литов, кстати, касочки можешь раздать. Я прото дал. А. Ты где стоишь? Выйди из-за колонн ДК. Во. Блять, она дает то же самое, что и каску. Сейчас еще и... Фух. Сейчас забегите, пусть они прибегут. А пол КД. В обратку. Все, не бейте, пусть на пулице это все. О, еще бегут клиенты, ебать. Пейк, давай на пул на... Уже дал. И погнал чередой. Косты еще бейте. А что-то мобы закончились как-то немножко. Что за херня, у меня весь экран мутный. А это дебаф, они те. Короче, ты под алкоголем, брат. Но его нету, не отображается почему-то. Ну, это не важно, ты под алкоголем. Короче, это со временем пройдет. Да, это вот официанты вешают этот дебаф. Фишечка горожана, короче. Угу. Еще, блядь, босса бы не согреть. Да, не согреешь. Если согреешь, все равно до колонны отошел, он отогрелся. Сейчас я... Ладно, я нихера не вижу, так что это... Методом тыка. Че, такой босс на гриппе летит, бля. Да че, а он, кстати, выйдется. Ну, я же сказал, что он за колоннами выйдется. Ты помнишь, какую последовательность бить? Да тут вообще похуй, то есть... Тут либо, смотри, Мороз попадает, и вот в один таргет играемся. По-моему, сначала надо убить чувачков. Ну, который вот хилит. Вот который хилит, а вот его, вот его приорит. И, по-моему, Пала надо убить обязательно. Нет, кстати, Литл, здесь ты в танке будешь. Дайте каску. Бля, ну тут жирная пачка. Ну что поделать. Во, Пирекс находится в состоянии алкогольного опьянения. Литл находится в состоянии алкогольного опьянения. Вы что, алкоголики, мы? Воид, дай, пожалуйста, каску после файта. По себе. Вот эти огни можете избивать, обед. Вот блять, что. О, меня тоже набухали, сволочи. Это как-то выключить можно было, я не помню как. Че, два танка будем просто медленно хуярить. Да, давай в два. Не-не, Мороз всегда в два танка бился. Я вот там... недавно затанчил в одного ДК. Я всегда в одного. Не знаю. Ну, если Пирекс умеет, то пусть в одного. Так он вообще в первой жизни здесь. Ну вот поэтому я что и говорю. Лучше. Не, он... Смотри. Тем более он еле держится на ногах. Он на трэше, короче, танки сейчас ДК не очень. По-моему, это... А, ну это в топ-4. Да пофиг, два танка, долго будем ковырять, но похуй. Так, РЧ на присутствие. Подожди, ну я тут, короче. Ставь рыбку, короче. Че? Эффекты.
Только не на стол. Видимость, плотность травы, фильтрация текстур. И литл каски, плиз. Мне просто каска дает побольше, чем. Вместо протокола. А, вот. Короче, чтобы пьяным таким не быть, заходите в настройки графики, в эффекты и убираете галочку с эффекта свечения. Рыбный пир между стульев стоит. Дайте каску. Убираю, а, эффект освещения, о. Эффект освещения. Тактик рассказывает поезд. По-моему, первый ШП, потом вар, насколько я помню. Честно, вар, помню. Короче, сейчас посмотрим, кто тут. Угольник, я так понимаю, первый идет. Кто? Барон? Это баронесса Дороти. Треугольник. Вот, короче, в трусы первый сыграем, вот с маной, которая 408 тысяч. Потом в леди, в крест. И потом барона в печеньку, а у вас, который этот, без маны. Так, тактика простая. Пурекс, ты держишь босса вот так вот, ну, то есть, понял, к нам спиной. Литл, то есть, он с... Чисто, как его, чисто босса держит, а ты весь трэш. То же самое спиной. А мы просто, смотрите, бьем Мороза, Мороз пропадает, бьем в трусы, пока не убьем. И вот так вот он будет пропадать, и короче, все, блядь, тоже АФК. АФК босс, блядь. Блядь, ебать ты мастер тактики объяснять, я тут тебя ебал. Да чё тут, блядь, больше не надо. Ну давай, погнали. Так. Арчей на готовность. Да, жаль, танцев нет. И, танцы, короче, тоже Герас Була. Сейчас все бафы дайте. Обновите. Старый дру. Все, да, можешь пулять. 5 секунд на этот. Не бейте. Все, Пурекс. Можешь... Пурекс. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Понятно. Ну, Геру вообще зря дали, ну, сейчас Морол заиграем, да? Да-да-да-да. Че не... Че за хуйня? Опа, опа, а ну, съебался, брат. Господи. А по-моему, даже ачивы есть, бить Мороза. Кого бьем? Трусы? Да. Бьем в трусы? Все. Можете АОЕ тоже лить. В принципе, через АОЕ можете. Да не надо, давай фокусы можно сыграем. Косты можете тоже кикать, сожжение маны и... Я хз, конечно. Ладно, я забью. А тотем магию диспеллит у шамана? Сейчас появится Мороз, бьем Мороза. Сальво на меня дайте. На кого на меня? Бьем Мороза, бьем Мороза. Всех бросили, бьем Мороза. Уже бомб почти оттуда били. Ну это нормально. Блять, я что-то вначале выходнулся, мне короче этот... Кое-что настроить. Сейчас добиваем. И потом фонтом я говорю. Сражение отбейте. Кого следующий? Череп? А, ну Мороз, да. Череп, это и так Мороз. Сейчас посмотрим, кто с маной, вот того и бьем. Ну, крест с маной. Да, крест. Значит, бьем. Все, бьем крест. А, нет, не крест, он баба, блядь. Ну, пусть маз диспел даст. В печеньку. Все, крест, погнали, бить уже крест. Начали. Да, там маз диспел просто на бабу надо.
Череп, Мороз появился. Все, бьем Мороза. Бабл диспал. Че, мне придется? Ладно, сейчас. Все, бьем, да, бьем крест, я сбил бабу. Свет небес кикается. Да, да. Ничего себе, там гладиаторы сидят, просто на последней миллисекунде сбивают. Ля, ты какой пояс. Это не я, это не я, ёпта. Это Пиркс, ёпта. А, Пиркс, даже так, бабл, ребят. Да я на софте просто. Крипты, скрипты. Там у хилов мана нормально? Ага. Ну, вы сдиспельте, блайн. Сальву по полюшке, сальву по полюшке, сальву по полюшке. Бля, ты можешь хотя бы заранее это говорить? Ну, на меня босс согрелся, смотрю, бежит. Я так... На меня кинул блайнд он и сразу на тебя побежал. А. Блайнд не диспелится. Мне почему-то автоатаку прекращает делать. Борит ее ебаный. Я, бля, что-то убрал, походу. Надо сделать обратно. Диспел бабл. Прист. Прист. Да какой диспел бабл? У тебя Мороуз стоит. А, у него ман нет. Может, иннер. Дайте иннер. Старый друг. Какой иннер? У тебя жизнеотвод есть. Что за чудо, что у Лока мана закончилась? Какой Лока? У Приста. Дай гимна ману. Ты что, трудно сделать? Ну, я просто на полюшку смотрю, смотрю без маны. Да нет, у полюшки все под контролем. На полюшку не смотри. У ШП там нет. У него пет, если есть мана этот. Блять. Ой, шпекай, три не на танковый перед тебе ван. Короче, ребят, забили нахуй на мобов, бьем Мороза только. Пизду. Бешенство. Семьдесят тысяч крестик бы хоть добили, блядь. То он хилит, блядь. Ладно. Ой, все отказываются. Так, а там мангуст есть? Нет. Хуета. Нормально. Триник на прокола почти так же, на 60 тысяч меньше, чем смертельный яд. Чё, на кого идём? На деву. Да, идём на деву. Илюха, где стрим? Да, бля, вы либо сидите смотрите, либо не смотрите, ёпти. Заебался я стрим каждые 5 минут врубать. Ты его вообще вырубаешь. В натуре слабый лук какой-то. Все, потихоньку агрите. И отворачивайте сразу же. Ну чё, как вам душный трэш? Да, не такой он и душный, если честно. Ну и ладно. У нас полишка, короче, у него новый скилл появился, катаклизм. Нахуй все ваншотит. Угу. Чётко. Это Т-30 вышло, короче, недавно. Это, короче, этот, как его, с Дринеев, или как его, блядь, забыл? С Дринора. Дриней, в принципе, тоже можно. Короче, у него там Т-18, блядь, и у него там вообще, нахуй, стрела хаоса, нахуй, по стену летит уже. Сразу босса ваншотает, правильно я так понимаю? Ну, да. Правильно понимаешь. Охуенно.
Так кстати, теперь Полюшка востребован в рейдах, чешу. Полюшка, ты не помнишь? Я раньше был востребован в рейдах, блядь. Раньше был баг, короче. Да нихуя, нахуй ты нужен. Арканы. Тебя никуда не берут, Полюшка, блядь. Полюшка, слушай. Меня везде берут, подожди. Полюшка. Топор. Помнишь, был баг? И, ну, если ты помнишь, конечно. Короче, арканы в этот, на коне Гер что-то делали, и у них, короче, лям ДПС был. Типа весь инс нахуй убивало. Не, не помню такого. Я помню, как Гаргулья трэш на Аране призывала, блядь. Как когда ты по оперному залу бежишь, там снизу мобы прибегают, блядь. Ой, блядь. На нахуй. Чтоб не выпендривался. Я так хорошо выходить могу. Косты можете кикать. В принципе, нормально. Что, на мауче будет? Хватит ли ДПС? Да хватит. Хорошо ли ДПС? От Фейба я вообще не ожидал, что он настолько сильно ДПС. Да ДПС вам хватит, вам лишь бы повезло, чтобы эти падали. Ой. Нормально. Левиафаны. Левиафаны. Я не ожидал. Ну, бля, лужки, чтоб нормально падали. Потому что когда мы траили Молчазара, мы тупо постоянно стояли. Мы даже не двигались. Польшка, чё там от меня не ожидал? Ну, у тебя дамаг ёбнутый какой-то. Привет, его шмот видим. Что ж тебе говорю, у меня в 25-ке только единственное, кто в основном зорки только гонил. Я почти поломался. Можете трэшем утроитесь, и там боечки может падать. Интересно. Блять, наушники одеть, что ли, кайфануть музыки в поражении, серьезно? Что тебе по кольцу интересует? Короче, вот там, где ты брал квест, вот у этого мужичка, ты апаешь репутацию. Вот, ты мобов убиваешь, апаешь репутацию параллельно. Вот, и когда на... Как получается? Вот ты дапал до почтения, да, у тебя кольцо улучшилось, и ты просто меняешь свое кольцо на кольцо, которое лучше итом левелом. Характеристика. А типа как целка? Ну, типа целка, да. Максимальное кольцо тут 258 для превознесения. А ты в целка не мог? Интересно. О, тут поаккуратнее. Кто будет сюда заходить? Кора очень. Вот оперный зал интересный босс. Ну, не то, что интересный. Там те же манекены. Просто там побегать надо, попрыгать, все что-то делать. Илюха, весь инст манекен, если что. Чего? Вся инста манекена. Ну, Молчазар не сказал бы. Гнев сказал бы. Аран вообще веселый босс. Аран легкий. Ну, Аран-то легкий. Вот, если кто-нибудь двинется на... Да, на ты бы слышал, как Бёрн кричал. А что, у него на огненном венце люди дохли? Не, мы не дохли. Он кричал, стойте нахуй, пидоры, блядь, сейчас 7 хп повешу, кто двинется. Да, кстати, минус 100 кроу, кто, блядь, сразу. А что, вы ролите? Да, у нас не консул. А мы консулом. Я бы консулом сделал, если фулл гильдейский состав. А, делал, точно, вы ж не фулл гильдейский. Народа нету. Блядь, все в трех статиках остальных. Не починиться, друг. Я тоже самое хотел. Что, вы без ханта пошли? Без. Нахер нам там. Ну тогда на гневе вам придется попотеть. У нас рога есть. А шо вам рога? Ёпта, это откуда друг? А. Рога четкий, конечно, да. Гнев-то язычный босс. Да, чё? Поезд язычный. А что там тебе я нравится? Ну с хантом проще перебегать. Ну не мы его с первого трая убьем. Давайте это... Я на это надеюсь, ребят, я вам прям... Вот тот дальний пак зачищаем. Позавидую, если с первого трая убьете. Вот эти рандомно сюда пошли.
Колечко не тут же. Чего? Вон мы с друидом тут с мобом деремся. А, да. Деритесь, пацаны. Там просто бежать и все нахуй. Ну и в черных лужах не сайт, и все дамажить. Вся тактика просто. Ну сейчас запутайся, блядь, в ту сторону побежит тогда. Блин, такие фрики. Большка. Конечно, вот этот бес очень охуенно стоит. Кто? Да, блять, вот твой бес нахуй, смотри, где стоит. Ну, нормально стоит, пусть чувак. Я подойду как раз на потом самонечи. Дайся, когда ты уже детей успел завести. Или это у Пурокса был? Пурокс Чайл Фри вообще-то. Ненавижу детей. По-моему, вот это можно было не агрить, насколько я помню. Ну, сдохну, так сдохну. Не, сдохну. Западим. Блядь. Тут можете саны, блядь, ушинать. Нахуй, быша закрутим. Это ты быша нам угрожаешь или что? Невероятная ауе, что, блядь. Отстаньте, суки! Добейте, который еще звук. А то они ху... Ебать. Я починение. Законтрольте меня. Такая же хуйня. Алло, контроль. Дайте ей гондон. Блять. Интересно, сколько будет пытаться с аметистом? Это можно и кольцо забрать уже. Сманить мне тогда? О, я кольцо могу забрать, ёпты. Поактивнее потрошь и ебаните. Ой-ой-ой-ой. Ладно. А куда все съебились? Это чиниться ли там? Там, кстати... Нам налево, да, нам налево. Заберите мобов. Сейчас, сейчас убьете мобов, никуда не идите. Сейчас покажу. Так, а починиться можно? Там нельзя чинить. Подожди, кольцо возьми. Мне-то зачем? Не знаю, кольцо нормально вроде. Ох, имба просто. Что там хаст? Хаст мне зачем? Там ловкость, крит хаст, да и все. Бегите сюда, давайте быстрее, блядь. Не, ну в принципе, только 258, блядь, поменять. Блядь, а реги есть у кого на чарку? Это так, пока до босса не дошли. Что, там трэш убили? Бегите а, сюда, бейте трэш, быстрее. Бежим. Мы тут стоим, блядь, бьем два калеки. Если видите вас дамажит, отходите с ОЕ хотя бы. Хуяся ты ворвался, блядь.
У меня же 5 чаржей, ты че? А? У меня 5 чаржей. Нахуй, иди. Контроль меня, бой за быстрее, не убейте. Ой, блядь. Пошел бы шаг крутить, блядь, в стену. Красавец. Так что это не я, блядь, использовал. Бля, просто, бля, контроль меня больше испортил. Точнее, использовал. Мою единственную нормальную АВЕшку. Все. Стоп, мы не туда идем, надо вот сюда вот. На да деву. Нет, погнали на деву. Так, там дева. Дева вон там. Где? Вон там дева. Туманите меня и друида. А, да. Забей, давно там не был. Сейчас этих двоих убиваем мобов и этот все. Собоним. А когда он тебя уже сам добежал почти. А что у нас типа пока что? ШПшка, прием. Хорошо, дева убиваем, за три босса ролим. Собачка на 600 тысяч хп. Хотя бы все с такого питомца. На годнике. Нет. А себе ебать и переспросить. Вы там убили этих двух мобов? Да нет, по ним, блядь, урон какой-то снижен, что ли. Где хз? Либо, блядь, почти никто не бьет. Конечно, блядь. Да, по рекаунту никто не бил их почти. Меня засуманьте сейчас. Сейчас дева падает. В принципе, говно обусрано. Олюшку засуманьте. Че там себе сделал? А, это кольцо. Так, арчи на присутствие. РТ? Сильно. Фейба нет. Так я бегу. Старый друг. Да и он тоже, он ждет сумона. Борис, блядь. Так, кто сумон? На кого еще сумонит? Бобиса. Да, Бобис вот он. А, нет, он, вот он. А че над ней? Все, поехали. Ну, тут хотел... Так, здесь дуры стоят. Вот эту штучку, звездочку первой бейте. Прям точечно. Сначала звездочку точечно залили. Да, вот он дэмэдж снижает на 50%. Полетели. Что там на твой стрим, походу, заходят люди? Да, смотрим стрим твой. Да. Шуршит, блядь.
Ебать, пацаны, бис, берем на. Блять, нахуй, бис. Видали, как кастом надо сбивать? Вон магу перчатки нормально будут идти. Ты вот на их звал, вот, магу сбей кастом в брюлях. Каст, который. Не, он себя на этого, на эрдру. Он на статике эрдру. Ну, вообще эрдру должен был выйти. Да. Да забей, блядь, здесь еще этих рук выпадет, хер выгорает, что ты кипишуешь? А, так у тебя и лучше. И они не боешные. А, не-не-не, ты про это. Что тебя в натуре, ты что только кожу нидить можешь. Типа, ну, по механике именно игры, ролла. Не-не-не, слышь, Ром, он прав. Типа, не в то, наезд не в том, что именно ты забрал ткань, а в том, что ты мне это нужно нажал. Ты что только кожу, по-моему, можешь выбирать. Не, или я ошибаюсь? Токсик сразу с наездами поехал. Не выебывайся тут, мексиканец. Не, как? Че, а, мадагаскарец, фон. Здесь точно. Ладно, я пока метки расставлю. У нас мельков. Забей, они тут каждый пак платают, типа, не переживают. Я в ретрике или в протике? В ретрике. Так, так все тут? Так, РЧ... На присутствие. У нас маг первый раз, всегда тактику рассказывали. Ну, сейчас я на присутствие дам. Все тут. Ой, там, по-моему, маг просил в гильдию его добавить. Добавь его в гильдию. По серферу был. Он ренегат или что? А, он орда, да.
У нас арена такая гильдия, да. Поставишь рыбу? Да, да. Смотрите, тактика простая. Сколько у нас миников? Кот, я... Короче, ну я по АФКшу. Смотрите. Милики становятся в три метки. Я стану АФК, потому что тут только в трёх можно милики. РДДшки могут стоять и какого. И хивы просто АФКш, это бьют боссов, как вот орк нахуй. Только вот милики вот так вот в три метки стоят. Танк просто вот так стоит и, ну все, и танчит. Вся тактика. А, и по возможности кикать и кастать. Она будет что-то кастовать. Нет, не по возможности, а рога кик и касты. Да, да. Кикать и касты все. Так, РЧ на пол. Оркс, ты услышал, да? Так, хилы, просто... хилы где стоят, говоришь? Просто хилы можете за колонном стоять, как РДДшки. Самое главное, чтобы вы могли все прохиливать. И РДДшки, чтобы не лосали. Танчи, танчи. Все, никто не бьет. Все, вы по меткам встаньте, кто там. Старый друг, метку. Там нужно... Фердиш, не стой в метке. Че, кастный сбили? Да, кастный сбили. Да, я проебался, сорян. Сейчас я сделаю. Энергии не хватало, чутка. Все, вайпайтесь. Вы стоите как на этом, блять, как кто был в 10 хм на такого пузе? Блять, ее спулили не по команде. Они тактику не знают. Сиди, молчи, замахал. Реально, типа, только негатив вкидываешь. Но спулил, блядь, с кем не бывает. Че поделаешь? Никол, ты куда? А ТП, кстати, на него нету? Нет, там вроде писали после смотрителя ТП добавили. И смотрите, я просто так для... Это метки для миликов, а не для РДД. Просто бьете один типа в бочину вот так вот, в красный, один в синий, один в зеленый. Типа на расстоянии, чтобы у вас ренжа была у миликов. Если близко подходишь, там дэмэдж АОЕ идет и очень сильно бьет. Хилы даже могут и не успеть прохилить. Мне 21к сейчас что-то прилетело. И каждый каст кикайте, священный огонь видите как хуярит. То что маги могут за колонной... Да, РДД просто стоят и бьют. Могут с хилами рядом стоять и просто бьют. И все. Так что я, ну, у меня... Сам тут ренжу не надо никакую держать. Но РДДшки тоже могут. То есть... РДД вроде между колонн стоят и все. Ну, чтобы они хилы доставали. Сейчас ждем всех. Короче, кикайте косты все. Так, АФК босс. На шаманих 8 штук. А, ладно, просто так. Давай, я сейчас дам. Я сейчас полюшку даст. ШП. Сейчас я метки чуть-чуть поровнее расставлю. А то, блять. Сразу не поняли. Короче, ты просто танчишь в середине. Прямо именно в центре. Один милик тут. Бьет в левую, короче, булку. В дырку. Блять. Правый тут. Где-то прям вот так вот. Ну прям нормальный рейндж такой. И РДДшки близко вот этим трем миликам не подходите вообще. Подальше прям. И третий вы прям в задницу хуярит, где-то вот так вот. Чтобы у вас ренжа была нормальная, а не 2 метра. Деда, кинь мне касочку, пожалуйста. Сейчас, РЧ на присутствие и... Спасибо. На бафы.
Так, все бафы, все есть, да? Я, в принципе, могу за кого стоять, я покажу. Все, все кикайте и косты, все готовы, можешь пулять. Дайте 5 секунд, пусть он напулит. Просто прям в центр иди. Давайте не обокрёмся, пацаны. Дырку, никто не бьет. Блять. Вы прям подальше отходите, вот вы прям снова близко стоите, милики. Прям подальше, на макс рейндж. Слушай, поменяйся с ретриком местами вообще по-хорошему. Потому что ретрик касты не может сбивать. Хотя да. Что, я Геру, да, Чукучан. А, все, ретрика нет. Поехали. Вставать, когда можно будет, да? Да все, лежи. Не вставай, брат. Не, да мне БР кинули. Да тут не надо, ты косты, в принципе, не можешь кикать. Кто там на место момент ходить? Я вот кинул огонь, когда ХП не было. Каждый каст кикати. По 12 тысяч бьет. Блять, ебать, он быстро кастует. Мне просто раки могут, может не хватить. Не, ща я тогда вместо руки навешу косноязычие. Две секунды живите. Поезд, все вы. Че, он с хилом умер, да? Не знаю, это просто... За колонну забежали? Короче... я и Фейп буду забивать косты, и РДДшки. Короче, старый Дру и Литл можете ФК стоять. Потому что дэмэдж идет. Типа, не получится в 3 таргета. В 3 милика, только в 2. Все, вайпайте и сидем. 2 милика будем. Сардру, можешь как раз в 3 тела хила спекнуться. В принципе, тут нет берсы. Будешь его в 3 хила. Убьем, бля, спокойно. Реально. Или просто может... надо как-то расставить, чтобы хилы, чтобы хилам не мешали колонны хилить людей. Можно как-то так расставить? Или нет тут такой темы? Вы можете как-то удобно. То есть РДД так не бьет, вот только миликов так хуярит. Ну я тебе так скажу, РДД тоже хуярит нормально. Ну не знаю, ну выберите все позиции. Это как, блядь, вот на Ванотель, ну, тоже на Ванотеле кто вот был. Там тоже вот примерно удобно можете стать себе. Чтобы хилы хилили и чтобы все нормально было. Короче, старый Дру, можешь это в хила спикнуться, в 3 хила. Короче, зеленую метку нахуй не надо. Я пока не могу прочитать это заклинание. 3 хила захилимся и все. Тут, блядь, что? Это хлеба. Еще не готово. Вот Литл может тоже подхиливать. Если у тебя есть, конечно, хпал. Ну, в принципе. Куда? Откуда? Я сегодня протика сделал. Вот, может, массой вы можете давать, кто там хпал, если есть. Ну, у меня только мастер ауры, все. Потому что я и Рога, наверное, не всегда смогу кикать косты. А в Варшаме есть кик-каста? Вот, что-то вот не помню этого. Нету, да? Бобис. Когда покаяние, оно чем снимается? Огнем? Мне кажется, косты не сбиваются, потому что я накастовал, я вроде кикал, а прерывания до сих пор нет. Она, короче, там некоторые косты нельзя кикать. Там вот это покаяние вот не кикается. Ну... А вот священный огонь, ну вот эта престовская херота, она как бы кикается. Помчали? Рома, переспекайся в Ардру. Мак, обнови, пожалуйста, инту. Космолис. Меня слышно? Космолис. Космос. Космос. Он, бля, в Дисе.
Мадагаскарец, брат. Он мадагаскарец. Я думал, ее уже убили. Да нет, тут. За только некоторые. Сейчас он, блядь, из Иса либнул, походу. Там вот мои вторые сагильдейцы не могут гнев найти. Гнев найти? Ага, они потерялись после Арана. Бля, серьезно? Да, они не знают, куда бежать. Красиво. Короче, Литл можешь тоже подхиливать, то есть... Да, классный посох, я тоже на него смотрел. Да не, у меня-то поближе будет. Естественно. Там, короче, мерзкая палка падает, поищи. Нет, он просто там хороший, я бы его себе на PvP взял, как бы.